В здании администрации муниципалитета состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На нем присутствовали 19 народных избранников. Оно прошло в максимально рабочей обстановке. На повестке дня насущные вопросы жизнедеятельности Ленинского муниципалитета. Первый пункт касался внесения изменений в распоряжение жилыми помещениями муниципального фонда. Социальные работники, там работники медицинских образовательных учреждений, которые занимают квартиру по договору служебного найма, этот пункт дает возможность этим людям предоставить эту квартиру, которую они занимают в коммерческий найм. Именно об этом люди, которые проработали здесь по 15-20 лет, именно об этом они и просят, потому что они хотят взять там кредит, условно, там, ну, как-то распорядиться этой квартирой. Вопрос детально изучили на рабочих комиссиях, он соответствует всем нормативным актам и был принят депутатами единогласно. За? Против? Кроме того, народными избранниками был утвержден перечень имущества, подлежащего передаче, в частности, из городского поселения Видное в Ленинский муниципалитет. Далее депутатов ждал приятный сюрприз. Из рук главы муниципалитета Валерия Венцеля народным избранникам были вручены медали, выпущенные к 90-летию Ленинского района. Заключительным пунктом повестки собрания стал вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин Ленинского района» и «Лауреат премии Ленинского района». Депутаты единодушно проголосовали за список из 16 фамилий. Традиционно звание «Почетный гражданин Ленинского муниципального района» присваивается наиболее знаковым и уважаемым жителям нашей территории. А лауреаты премии – это достаточно известные люди, которые реализовали себя и работали во благо нашего Ленинского муниципального района, как в различных сферах. А награждение их состоится уже совсем скоро на праздновании Дня города и района.